Глава Барнаула Вячеслав Франк сегодня посетил избирательный участок номер 221 и сделал свой выбор. Больше 16% барнаульцев также явились на избирательные участки за два предыдущих дня голосования, сообщает избирательная комиссия Алтайского края. Вячеслав Франк отметил, что условия на участках соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора. На входе избиратели просят обработать руки дезинфицирующим средством и обязательно проводят термометрию. Также на выборах соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Глава города проголосовал за депутатов в Краевое Заксобрание и Государственную Думу и за место размещения стелы «Город трудовой доблести». Мы видим, что этот интерес абсолютно неподдельный. Это важно для того, чтобы мы определились, ну, по самому месту, потому что там впереди нас ждет большая работа. Это и проектирование, и работа с архитекторами, и в конечном итоге потом работа со строителями. 11 мест предложено, но люди определяются, смотрят. Уже завтра станет известно, где установят стелу. Сделать это планируют к следующему дню города.